И снова на зебре. На улице Подольских курсантов водитель девятки сбил пешеходов. Подробности через пару секунд. Эту новость они встретили всеобщим ликованием. Как полицейским Бостона удалось задержать подозреваемого в атаке Джохара Царнаева и в каком состоянии он сейчас? 5 лет за взрыв. Если будет кого судить, на широкой улице 3 человека погибли. 500 тысяч рублей за уборку двора. Как заработать приз на общегородском субботнике, узнаете в этом выпуске. В эфире телеканал «Москва-24». В студии Ксения Чепенко. Здравствуйте. В столице начало 5-го и прямо сейчас о главных событиях субботы, 20 апреля. Вначале мы смотрим, как ездит Москва. Но несмотря на то, что сегодня суббота, то есть выходной день, движение очень сложное на столичных магистралях. Щелковское шоссе, здесь имеется затруднение на выезде.